Сначала мы с Люсей ждем в концлагере, пока нас расстреляют. Потом приезжают какие-то люди, читают чудовищную бумажку, привозят нас сюда. Теперь являетесь вы. Что все это означает, офицер? Я забираю вас туда, где вы будете обучать моих людей иностранным языкам. Моя дочь. Без Люси я не поеду никуда. Разрешите организовать женскую группу? Соня Кантор. Хрупкая, болезненная девочка. К тому же из неблагонадежной семьи. Готовим к отчислению. Я все могу, я сильная! Я ваше фрование лучше! Ну возьмите, ну убьют меня здесь! Машина. Это враг. Не только твой. Скользкий, двуличный, опасный. Это надо остановить. Что должны сделать? В эти минуты вы все курсанты особой разведшколы. Курсант Бешеная, курсант Синица, инфанта, курсант Тула, курсант Артиста. Твои имена с этой секунды всем забыть навсегда. Тот, кто нарушит режим секретности, будет уничтожен. Помните, говорили, что знаете 1000 способов меня незаметно убить? Ну и что из этого? Мне нужна эта 1000 способов. Тебе сколько на сборы надо? Мне 15 минут. Начнем занятие. Сегодня буду вас бить, душить и убивать. Борись, ну! Пужинку сожрись и дай мне, ну! Придушу, говорю! Не дури, дай-ка придушу! Ты что хочешь? Мы тебя отсюда вышвырнули, да? Ты куда ты отсюда пойдешь, идиотка? В тюрягу или на зону? Только что сообщили, что кое-кто готовит девушек, которые охотятся за такими, как я. Тебе нужно мое радио, да? Хочешь меня завербовать? Значит, ты, капитан, считаешь, что из этой мясорубки мы легко и спокойно выключим. Кирюша! Сюда! Я не подведу вас, товарищ мой. Смотри, Синица. Дашь слабину, большое дело завалим. Ну что, девоньки, поработаем? Вы здесь для того, чтобы стать другими. Совсем другими.